жарким летом душа путешественника обычно ищет прохлады, а ноги неутомимо спешат за новый поворот. Сегодня место под солнцем будем искать в тени красивейшего каньона, образованного стремительной и бурлящей горной рекой. Чернореченский каньон – одно из самых живописных мест в Крыму. Тысячи лет река и ветер формировали этот узкий природный коридор, вырезая в камне головокружительные обрывы и причудливые уступы. Маршрут вдоль каньона не из легких, но с опытным экскурсоводом все тайные тропы откроются и приведут в нужном направлении. Сегодня мы пройдем первую половину каньона с запада на восток от поселка Черноречье до немецкого моста. Отправной точкой будет старинный акведук. Воды Черной речки собираются в Байдарской долине, где в котловину стекают около 40 речек. Эта река – основная артерия, которая питает водой город Севастополь. И мы сейчас стоим чуть ниже села Черноречье у акведука, сохранившегося с XIX века. А по этому акведуку водичка шла самотеком в Севастополь. Сохранилось такое сооружение только в Аполлоновой балке и здесь. Я хочу напомнить всем, кто хочет путешествовать по Черной речке, что это водоохранная зона. Широкая и полноводная в любое время года, Черная река для Крыма удивительна. Она не пересыхает даже в самые засушливые периоды, а в ее дельте образуется глубокая Севастопольская бухта. Имя «Черная» ей дали не так давно, из-за звуковой схожести старого названия поселка Черноречье. В нем мы на минутку остановимся возле старинной каменной башни. За моей спиной башня богатого феодала Мурзы. От этой башни мы с вами пойдем по Чернореченскому каньону. Она называется Чоргуньский Исар. И речка-то, в общем, называлась Чоргунь. Это на русский лад ее переименовали в Черную. Вы убедитесь в том, что речка-то совсем не черная. Чоргуньский Исар, вот эта башня, много раз послужила в качестве такого оборонительного сооружения. Из последних случаев это в Крымскую войну она была оборонительным сооружением, в Великую Отечественную войну тоже. Вход в эту башню со второго этажа, то есть с крепостной стены. Но ни стены крепостные, ни строения внутри этих стен до наших дней не сохранились. Теперь нам предстоит подъем к птицам. Там, на высоте птичьего полета, мы сможем оценить масштабы каньона во всей полноте. Грунтовая дорога идет по лесу, и уже через полкилометра на перекрестке тропинок открываются виды и на первые отвесные стены каньона, и на дорогу из Севастополя в Ялту. Здесь, под горой Госфорта, на берегу озера, традиционно летом проводят байк-шоу. Но нам нужно еще выше, к руинам древней крепости. Она расположена на высшей точке нашего сегодняшнего маршрута. Перед нами средневековая стеночка на известковом растворе. Она сложена из бутового камня, которого здесь полно. Самое главное, что вершина имеет панорамный обзор. Отсюда видно вплоть до Инкермана в одну сторону и практически весь Чернореченский каньон в другую сторону. Стена по-гречески «исар». Таких исаров в Чернореченском каньоне 4. Этот носит название «бибиковский исар». Он исследован был археологом Бибиковым. Сооружение нужно было, видимо, в смутные времена Средневековья, когда надо было прятаться местному населению от Нагая, потом от Эдигея. Чернореченский каньон – прекрасное убежище. Почти все оборонительные крепости в этом уголке Крыма расположены так, что в случае опасности могли друг друга предупредить. Дым определенного цвета сообщал определенную информацию. Скажем, черный дым о какой-то беде сообщал, белый дым о светлой вести какой-то. Был еще красный дым. Если соль морскую бросали в костер, вот красноватый такой дымок был. Что он мог значить? Ну, может быть, тоже тревога какая-то, пожары.
Площадка с крепостью небольшая. Стоит пройти всего 10 метров, и вы окажетесь на краю обрыва, выступающего далеко на юг. Здесь, насколько хватает глаз, видно, как петляет каньон, и вершина за вершиной открывается главная гряда Крымских гор. Подниматься сюда в горку было, конечно, непросто, но вид того стоил. И хочется здесь, наверное, только молчать и, может быть, выпить кофе и просто поразмышлять о чем-то очень хорошем. Самая сложная часть маршрута пройдена. Возвращаемся в лес. Тенистые тропы должны привести нас к реке, но до этого нас еще ждут путешествия во времени, смена растительности и переход из реальности в старый добрый мультфильм. Первым в числе приключений будет встреча с доисторическими жителями этих мест. Грот Мурза-Каба. Он исследован был археологом Бибиковым. И найдено в этом гроте было поселение эпохи палеолита, поздний палеолит, причем даже с захоронением. Там был найден костяк мужчины 50 лет и девушки 25 лет. Причем явно одновременное захоронение, потому что рука мужчины лежала на женщине. Грот очень удобный, там ровный пол, хорошая защита от ветра, от дождя. Если учесть, что в позднем палеолите вообще холодно было в Крыму, ледниковый период, то нужно было искать такие убежища. Не забыли мы и о мамонтах. В первобытные времена без них было бы скучно. Мамонты были везде в Крыму. И мамонты, и шерстистые носороги, лошади, дикие ослы. В общем, достаточно много всякой живности, которой мог питаться первобытный человек. Грот использовался и в мезолите. А вот в мезолите возникли проблемы. Наступило потепление, и крупная дичь ушла на север. И человеку пришлось что-то изобретать, чтобы остаться не голодным. Был изобретен лук и стрелы. Растительный мир в Чернореченском каньоне – это отдельная история. Здесь много эндемиков и просто редких растений. Причем есть виды, свойственные для умеренного климата, есть и представители субтропиков. Один лес чего стоит. На подъеме мы прошли дубовый лес. На вершине было много можжевельника, а здесь на спуске к ущелью растут сосны. Только представьте этот удивительный хвойный аромат, тающий в раскаленном крымском зное. Меняется растительность и с приближением к воде. Для начала под облаками белогривыми лошадками нам открылась ромашковая поляна, величиной с футбольное поле. Можно гадать, можно не гадать. Чем больше тени и чем уже тропы, тем чаще можно встретить орхидеи. Сначала мы увидели цветок орхидеи из рода Офрис. Он напоминает сидящую на нем пчелу. А потом нашли и одну из самых редких орхидей мира. Перед нами одна из самых красивых крымских орхидей – Камперия компера. Она достаточно редко встречается, но в Байдарской долине и в Чернореченском каньоне ее увидеть можно. Слышите, мы приближаемся к самому главному. Вот она, самая полноводная горная река Крыма. Звенит, бурлит, плещется, дарит спасительную прохладу и отдых. Осталось только перебраться на другой берег. Как однажды сказал один из великих, время перейти эту реку вброд. Нам, по счастью, не придется. Именно здесь, где река делится на три рукава, очень умелыми и хорошими людьми были сделаны эти мостики. За
переправой можно устроить привал. Вторую часть каньона нам предстоит пройти в следующем путешествии. Но перед возвращением в Черноречье осталась одна остановка – у памятного места времен Великой Отечественной войны. В этом месте участок средневековой дороги, торговой дороги, спускается в каньон и дальше уходит на противоположную сторону. Здесь река более или менее широкая, разбивается на три русла. И дорога уходит в сторону села Морозовка, Алсу. В этом месте в годы Великой Отечественной войны Манштейн, фельдмаршал, планировал переход в сторону Балаклавы. Ему никак не удавалось взять Микензиевы горы, взять Черноречье. Но кто-то подсказал ему, что можно воспользоваться средневековой дорогой. И сейчас этот участок дороги и мост, который строился в годы войны, называется «Дорога Манштейна» или просто «Немецкий мост». Сам мост не сохранился, переправы сегодня здесь нет. И дальше каньон становится труднопроходим. Ну вот все, что осталось от бетонного моста Манштейна, он был серьезным сооружением, тут могла проходить тяжелая боевая техника. И вот этот маневр через каньон позволил фельдмаршалу Манштейну все-таки взять Севастополь со стороны Балаклавы. Отсюда есть еще одна дорога из каньона, она ведет в поселок Родное. Но мы все же пойдем вдоль течения реки, чтобы еще немного побыть у воды. Вода смывает все лишнее, проблемы и заботы уносятся с течением в море. Мысли и душа очищаются, и кажется, теперь с новыми силами можно задумывать следующее путешествие. За поворотом, как всегда, самое интересное. Берегите Крым, и он откроет вам еще не одну свою тайну.